put you on for the baker. Okay, side by side, I'd like to ask you to make pauses so I can translate to the audience. Translate your words. Thank you so much. So you may start, please. No, I still can't hear you. Hello? Hello? We can hear you. Please, you can start. No? Hello, Mr. Taylor, you can start. We are ready to listen to you. The audience is ready, so you may start already. Hello? Can you hear me, Mr. Taylor? No. Все внимание, очень большое. Проблема возникает раз. При восстановить все ремонты по своему воспитанию, я уверен очень, что вы спокойно содержать. Hello, Mr. Taylor, can you hear me now? I could hear the background noise. I didn't quite catch that, sorry. Can you hear me? Hello? Hello, can you hear me, Mr. Taylor? Yes. Oh, yeah. That's great. There's an echo. Hello. Hello, you may start, Mr. Taylor. You think that's
Так, к сожалению, как мне только что доложили, у господина Тельцера медленный домашний удаленно пандемический интернет английский, который, конечно, до нашего 4G+ никак не дотягивает. Еще, видимо, старых викторианских времен проводка, телефонная, кабель. К сожалению, связи у нас установить не получается качественно. Так что, я думаю, мы сейчас перейдем непосредственно к презентации, которой должен был выступить господин Тейлор. И, с вашего позволения, самостоятельно ее прокомментируем. Ну что, погнали. Ну что, мы можем прокомментировать доклад господина Тейлора? Вы уже привыкли к приятному женскому голосу, который на русский язык нам доносит то, что там доносилось до нас обрывками. Прошу. Хорошо, я тогда начну. К счастью, мистер Тейлор готов говорить. Окей. Здравствуйте, меня зовут Норман Тейлор, я из Великобритании, и я вице-президент Международной федерации кемпинга, караванинга и автокараванинга, или сокращенно FICC. Спасибо, что пригласили меня сегодня, хотя в виртуальном смысле, и надеюсь, у вас и ваших близких все хорошо. Значит, я, Норман Тейлор, был караванщиком уже 22 года, затем еще 21 год путешествовал в автодоме. Но начинал я с ночевок в палатке, еще будучи подростком. Также я являюсь членом клуба кемпинга и караванинга с 1977 года. Этот клуб был основан в 1901 году и является старейшей и крупнейшей в мире организацией такого рода. И она объединяет в себе все виды кемпинга. Я до сих пор являюсь активным членом Международного комитета, и мне удалось поделиться своим опытом волонтерской работы в клубе, которая внесла большой вклад в развитие Федерации FICC. Кемпинг и караванинг – это мое увлечение и любимое времяпрепровождение. Это дает нам свободу, открывает для нас мир прекрасной природы. А на международном уровне он объединяет единомышленников из разных стран и даже из-за океанов.
это способствует лучшему пониманию различных культур, представителей, и предоставляет нам какое-то подспорье для новых международных приключений и создает новые прочные дружеские отношения. В моей сегодняшней презентации основное внимание уделяется роли FICC и тому, как ралли развивает туризм и караванинг в принимающей стране. С начала 20 века кемпинг как занятие для досуга становилось все более популярно во многих странах и привело к необходимости сотрудничества на международном уровне. Итак, FICC был основан в 1933 году, и в него вошли 16 клубов из 7 стран. Делегация из Великобритании посетила ралли в Голландии в 1932 году, на котором было предложено создать Международную федерацию кемперов, которая впоследствии стала как раз FICC. 390 отдыхающих из 13 клубов, представляющих 7 стран, приняли участие в первом международном ралли во дворце Кэмпкотхо в Великобритании. В следующем году, в 33-м, то есть. Значит, были приняты правила устав федерации на ассамблее, генеральной ассамблее этого ралли. И в одном из правил говорилось, что как минимум одно ралли и одна генеральная ассамблея должны проводиться каждый год. И с тех пор FICC, международные ралли автокараванов, набирают популярность. Сегодня же FICC насчитывает 77 членов клуба. Это клубы и федерации из 39 стран. И это уникальная сила, которая через свои технические комитеты представляет, защищает, продвигает интересы кемперов и как на государственном, так и на международном уровне. Чем же мы занимаемся? Итак, члены федерации взаимодействуют с комиссиями FICC, высказывают свои пожелания, которые являются важными для организации. И эти комиссии имеют определенные полномочия, и они поднимают эти вопросы на Генеральной ассамблее FICC, то есть во время международных ралли. И на них приглашаются все члены федерации. Since then, the FICC
from the international rally has gone from strength to strength. Today, the FICC numbers 77 members, clubs and federations from 39. It's a unique force which, through its technical committees, represents, protects and promotes camping at national, international levels. So, what do we do? Our members interact Jim, with the FICC, okay. Which are part of the organisation. Нет, члены федерации высказывают свои пожелания, и потом те пожелания принимаются в Генеральной Ассамблее ФСС во время международного ралли. И на нем присутствуют все члены федерации и решают вопросы. По сути, ФСС защищает интересы отдыхающих, караванщиков на международном уровне. И мы также постоянно продвигаем это как развивающийся форум туризма. Также, по сути, ФСС оказывает помощь аффилированным федерациям клубов, а также туристам, которые имеют международную карту кемпинга CCI. Таким же образом мы помогаем участникам, которые имеют международную карту кемпинга. Значит, проводится работа с кемпингами по поводу год участников. Также проводится работа с международными организациями по защите интересов кемпингов, обмен решения проблем, с которыми сталкиваются другие клубы на основе многолетнего опыта. Также мы информируем отдыхающих о необходимости защиты окружающей среды и подчеркиваем важность уважения культурного наследия. Whether it's from the United Kingdom, Japan, Sweden, Russia, many more countries. Present or not, each member of the FICC can develop their interests at the highest level. Сочетание с весельем, дружбой, которой мы черпаем вдохновение в международных мероприятиях и в ралли. Значит, эти ралли – это место, время, место для действий. Оно предоставляет уникальные возможности для разработки стратегий, которые продвигают это. At the FICC, we are constantly promoting the importance of international rallies as an important way to grow tourism for the host nation. And наше обсуждение на международных ралли является плодотворным, независимо от того, что участники из разных стран и приезжают из Великобритании, Японии, Швеции, России. Каждый член ФСС может развивать свои интересы на самом высоком уровне, даже без личного присутствия. Дальше. На этом этапе стоит отметить, что все участники ралли должны иметь карту CCI, которая имеет другую историю и теперь принадлежит исключительно ФСС. Данная карта – это признанное удостоверение личности, которое практически равняется паспорту для многих владельцев кемпингов. В FICC мы постоянно пропагандируем важность международных ралли как важного способа развития туризма для принимающей стороны. И также я посвящу преимущество принимающей стороны. Мы думаем, что их много. И, во-первых, ралли повышает престиж клуба организатора за счет освещения в СМИ на государственном международном уровне.
a heritage with a diverse international audience. It's a wonderful international stage to showcase your nation. The rally raises the host nation that campaigns has a positive impact in any sectors of the economy. Britain youth is generated in ways including through spending at restaurants, food shops, coaches for excursions, payments to artists for entertainment, souvenirs and rally fees. Those are some of the benefits for the host nation. But let us not forget what's the heart of our rally, the campers themselves. With that in mind, FICC rallies develop friendships, many last in a lifetime, create a feeling of mutual understanding, nurture better appreciation of other cultures, help to break down social barriers, and they even overcome language barriers. Our campers always understand each other. That can also be a big part. How do FICC rallies achieve? By having an inclusive programme of events, staging the parade of nations where participants wear the national dress, flag or regalia, host international evenings where the entertainment is provided by the national crew, organise national street parties where a taste of that drink is provided. The Camping Caravanning Club delegation, for example, has always offered other ralliers a taste of the more unusual food, be it the British trifle or Christmas pudding. But the longest queues are always at the table offering a taste of Scotch whisky, or a wee dram, as they say in Scotland. No surprises there then. We run excursions to places of interest, sometimes off the beaten track. Football social events where different nationalities can mix. We create excitement by holding invitations of future rally. And lastly, by creating opportunities to develop FICC strategies that favour camping and caravanning around the world. Underpinning all we do is a spirit of cooperation that across the globe. The FICC helps to support and foster. To give just one of many examples, when the camping and was arranging an escorted tour of Japan, the Japanese off-road camping club provided local knowledge, the itinerary, recommended campsites, suggested interesting places to visit. But that spirit of international cooperation isn't just in the past, it's in the future too. 2 years ago in Lisbon, the FICC brought together campers, campsite owners and industry representatives for the first time that gave us an insight into the developments of our great pastime. It was so successful, it was decided to repeat it every 2 years. Unfortunately, this year's event was postponed to next year to COVID-19.